Егор, как ты ловко делаешь? Это который раз ты уже делаешь? Я в своей жизни. Я новичок. А, новичок? Ну. У тебя для новичка отлично получается. Ну вот все ползу, попал в шоу. Получается. Это всегда так. Предохранитель выстрел. А давайте переснимем. По окончании учебного года первая неделя каникул – это учебно-полевые, пятидневные полевые учебные сборы. Проводятся ежегодно. Ребята проходят подготовку к службе вооруженных сил. Разделы – огневая подготовка, тактическая подготовка, гражданская оборона и основы, у девочек основы медицинских знаний. Пока по окончанию учебно-полевых сборов они сдают учебные нормативы, где выставляется оценка за сборы, и также подводится итоговая оценка по ОБЖ за 10 класс.